такой ресепшн Рейхана. База, хоккейная база здесь, Ice Hawks. Ладно, пойдем завтракать. Ледовая арена, вот сюда надо на недельку приезжать. На коньках научишься ездить. Ну, здесь уже посадочный выбор для спортсменов. Здесь кормят именно как спортсменов, чтобы ты поел. Ну, с этой. Кофейный аппаратик. Всех видов хлебушек, ну, такие булочки, круассанчики, сосиски, яичница, грибочки, вау, яйца такие красивые. Ну что, будем кушать. Набрали вкусняшек, даже рыба, лосось даже есть тут, круто. Кормим здесь хорошо. Спартак Москва. Ну, хочет Спартак Москва. 17-й год. Что может быть лучше венского кофе с утра в отеле Литхаб? Крутая гостишка. Она попалась перед отъездом. Вилкомен. Утро нас встречает снежком австрийским. Пока отель Лейхана. Здесь было нам неплохо. Сейчас будем машину откапывать. Ну что, приветствуем всех. Это пятый день уже нашей поездки, нашего путешествия. Мы в Австрии. Переночевали в гостишке очень хорошей. В 30 минутах езды от центра Вены. Сегодня у нас план попробовать до отлета еще прогуляться по Вене. Погода, как всегда, шепчет. Погода нам не дает расслабиться. Но будем пробовать. У нас отлет в 6 вечера. Хотелось бы еще немножко, хотя бы чуть-чуть город посмотреть. Так что поехали с нами. Припаркуемся на стоянке системы Park and Ride. Как он назывался? Эрдховен как-то, да? Не помнишь? Вот сейчас будем искать, сбили его навигатор. Сейчас надо найти это место, до него полчаса ехать. Можно оставлять машину на целый день. По отзывам неплохое место, там же есть станция метро. 10 минут и в центре Вены. Сначала сканируешь кредитку, выбираешь, что тебе надо, какую сумму, сколько литров, ничего не надо указывать. Все, вставляешь пистолет, заправляешь, сколько тебе надо, потом убираешь пистолет, и он тогда уже высчитывает по факту, сколько он залил топлива. Обратите внимание на красоту венских ландшафтов. Посмотрите налево, увидите тут сказочные леса, горы, на которых стоят замки волшебные, сказочные. Смотрите направо, бескрайние поля, засеянные пшеницей. Такая красота. Вот везде радары стоят, считывают и скорость, и виньетки, оплатили его платные дороги. Надеюсь, что у нас все оплачено, и мы спокойно продолжаем нашу поездку. Thank you.
искать места. Место нашли. Сейчас надо найти аппарат, где его прокомпассировать. По-моему, надо перед выходом. Будем искать метро. Главное запомнить, где мы оставили машину, чтобы потом ее найти. Это второй этаж был, да? Раз, два, третий ряд получается. Идем по указателям на кассу. Касса. Вот. Нашли кассу. Так, сюда. Тикет. Подожди. 4.10, наверное, хватит. Сканированную карту. Деньги сожрали. Билетик отдали. Мы здесь? Здесь, куда идти? На У. Надо искать метро. Метро У. Указатели. Пришли и сюда. Вот билетики. Р2У3. Буквально, да. Да. По 2.40 билет. Здесь их надо прокомпассировать. Пошли искать поезд. Сейчас надо разобраться с направлением. Вот, смотри. Наша остановка Stefan Platz. Так, центр Вены. Stephansplatz. Stephans. Где ты видишь там Stephansplatz? А, да, вот. Stephansplatz. Надо в ту сторону ехать, получается, да? А наша называется Эрдберг остановка. Чтобы потом назад искать. У3 у нас. Синяя ветка. Оранжевая У3. Вот. Оранжевая ветка. Тут да? Оранжевая. А, оранжевая ветка. На шестой. Ну, маленький. Здравствуй, Вена! Я очень рад, мы в Вене, ребята, мы в Вене. О, посмотри. Ну все, теперь можно успокоиться, мы побывали. Посмотри, какая красота. Конечно, я сейчас буду все фоткать. Австрийские замашки, да, ты можешь ты точно как-то отсюда родом. Связалась с колхозником каким-то, теперь мучаешься. Цены на пунш 5.80, 6.80. Я безалкогольный заказал. Данкишон.
и мечтала попробовать Лангуш. Не знаю что. Мы все идут туда. Это императорский дворец? Наверное, это императорский дворец. Если это не опера, то императорский дворец точно. Не забыли подписаться? Подпишись.